завершилось большое спортивное событие в жизни Десногорска. Два дня длился праздник, организованный при поддержке Центра спортивной подготовки «Динамо», «Росэнерго», «Атом» и Федерации баскетбола в Смоленской области. Гостями в Десногорске были чемпионы баскетбола, заслуженный тренер СССР и России Евгений Гомельский, олимпийские чемпионки Ирина Сумникова и Светлана Антипова, мастера спорта международного класса Федор Лихолитов и Александр Фомин. Особым подарком для десногорцев был визит актеров фильма «Движение вверх» Александра Аряполова, Егора Климовича и Кузьмы Сапрыкина. Начался заключительный парад по строениям участников баскетбольных команд из Десногорска, Смоленска, Рославля и Вязьмы. От Десногорска спортсменов приветствовал глава города Андрей Шубин. Сегодня в этом зале выступало будущее России. Баскетбол – лучший вид спорта. С праздником! Председатель правкома концерна «Росэнергоатом» Андрей Журавлев также отметил, что в таких залах растет будущее российского спорта. Концерн «Росэнергоатом» в любом случае будет поддерживать все спортивные начинания, но без вашего желания ничего не состоится. Ведь наши великие победы и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх закладываются, фундамент этих побед закладывается как раз в эти спортивные залы. Олимпийская чемпионка Ирина Сумникова сказала несколько слов напутствия молодым баскетболистам. Призовые места в финале игр школьной баскетбольной лиги «Казбаскет» распределились следующим образом. Девушки команды Десногорска заняли третье место. На втором месте команды из Заднепровья. Победителями чемпионата стали смоленские олимпийские резервы. Им предстоит играть в финале Центрального федерального округа. И если победят, они получат путевку в Евролигу, которая в этом году пройдет в Белграде.